Ну что, друзья, страна оказалась с морем. Пришел я на пляж. Первое, что почувствовал, это очень горячий песок. Сейчас мы будем заходить в это море. Я так понимаю, что это море, да? И скажу вам свои ощущения. Погнали. Смотрите, какие здесь скалы, горы. Камешки. Вода чистая. И волны сильно фигарят. Но мы, друзья, пойдем с вами прям в волны. Потому что для нас нет ничего невозможного. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай. Какая-то страна. Непонятные камни и ай-ай-ай-ай, очень больно ногам. Это не у нас песок. Видите, друзья? Чуть волной нас окатило. А мы пойдем дальше. Ой. Это капец. Это капец, потому что на дне эти камешки, можно упасть. Я еще в очках. И с вами. Поэтому опасненько. Ну, короче, вот так вот. Первое, что я вам показал в этой стране, друзья, это море. Я так понимаю, что покажу я вам больше, потому что как-то проснуться в другой стране и не показать ее... Ой. Полностью, правильно? Мы же должны ее изведать. Поэтому, друзья, после пляжа мы погоним осматривать эту страну. А поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, который будет в ссылочке в описании. И до новых встреч. С вами был Сережа Енот. Пока!